Слово подяки за пленное кіраўніцтва, фільм об развіцці регіона за апошнія 8 гадоў и смуток, які заўсёды суправаджае моманты разлуки. Сёння Уладзімір Дворнік прымаў віншаванне з назначэннем на новую пасаду ад сваіх падначаленых. Нагадаем, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко назначыў старшыню гомельскага аблвыканкама намеснікам прэм'ер-міністрам. На першы погляд усё як і раней. Уладзімір Дворнік уваходзіць у залу пасяджэнняў, здаецца, зараз пачнецца чарговая нарада, але на гэты раз все не так. У вачах присутных смуток. Губернатор развитывается с посады, якую займал 8 годов, и отправляется в столицу на посаду вице-премьера. Першим бере слово помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Ён нагадывая об тым, что до гэтага дня усё жыццё Уладзіміра Дворніка было присвечено развитию Палескага региона. Якія посады ён не займал, завсюду імкнуўся, каб выники працы рабили жыццё людей лепш. До кіраўніцтва гомельским аблвыканкамом практично вся карьера экс-губернатора была связана с аграрной сферой. На думку керовника державы Александра Лукашенко, это каштовный опыт, який допоможе Уладзіміру Дворніку на новой посаде. При этом, працуючи во ураде, вице-премьер до конца года будет курировать кадровое наполнение гомельского облаканкама. На новом працовном месте он станет отказывать за сельскую господарку, природные ресурсы, ахову новокольного осяродя, лясы усёй краины. Это целый путь жизни, это целый путь переживаний, и тот итог, что сегодня имеет Гомельская область, это часть работы Владимира Андреевича. Владимир Андреевич действительно тот человек, который за последние годы стабилизировал и внес серьезный вклад в развитие Полесского региона. Мы сегодня, область идет в середине республиканских показателей, с учетом того, что мы выражены Чернобыльская область, то, что мы выражены Полесский край. И то, что нам сегодня не доходит климатических условий в том числе. Юрий Шулейко подяковал Уладзіміру Дворніку за сумесную працу на протягу двух апошніх годов. Выказал упевненность, что менавіта дякуючи губернатору научился лепш разуметь людей, с якими доводится працовать и чьи проблемы допомагать вырашать. Означил, что на опыт працы Уладзіміра Дворніка у регионе будут ориентоваться и в будущем. Кранальный момент сегодняшней встречи – уручение Уладзіміру Дворніку гоноровой грамоты Гомельского областного совета депутатов. Узгадать крок за кроком, как развивалась Гомельская область под керавництвом Уладзіміра Дворніка, допомог фильм, подрыхтованный телерадиокомпанией «Гомель». Прогучала самое важное – от основных социально-экономичных и политичных подей до культурных мероприемств республиканского масштабу. У отказ на веншаванні добрые слова Уладзімір Дворніка отзначил, что регионы есть, до чего імкнуться в своем развитии. Керуючи в областью, для его было самым головным, каб жыццё людей на гомельской земле становилось лепшим. Спасибо вам. Искренне. Уладзімір Дворнік займаў пасаду губернатора с 2010 года, и вся карьера звязана менавіта с Гомельской областью. Вучился только у Витебску, у ветеринарном институте. Працаваў трактористом у родным Рэчыцкім районе, галоўным ветурачом калгаса «Усход», намеснікам старшыні господарки «Дружба», кіраваў саўгасам комбінатам «Зара». У 2009-м узначаліў Мазырскі райвыканкам, адкуль літаральна праз год и подняўся у губернаторский кабинет. Зараз пачынаецца новы этап жыцця, новая сфера отказности, где, упэўнены тех, кто собрался сегодня у этой зале, будет шмат новых важных решений для добробыту усёй краины. Рына Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».